вы когда впервые задались этим вопросом, изучением полок на рынках нашего региона, обратили внимание, что такой продукции мало. Здесь я хочу обратить ваше внимание, что для нас в первую очередь это не является, там, не столько является там, бизнес-проектом, а когда, опять же, при изучении вопроса мы для себя решили, что дефицит этой продукции в нашем регионе мы можем восполнить. Наша продукция, в принципе, и так является качественной, и мы, отвечая, во-первых, там, себе на вопрос, что, там, что нужно сделать, что нужно подготовить для соответствия стандарту халяль, для себя обнаружили, что мы и так выпускаем продукцию, которая сильно отличается от продукции других предприятий, не обрабатываем продукцию дополнительными белковыми составами, не инъецируем, не используем хлор в обработке для увеличения сроков. И таким образом, я искренне считаю, что в данном случае производитель и потребитель нашли друг друга, поскольку нашу продукцию не стыдно предложить, и, соответственно, так скажем, она изначально уже априори соответствовала стандарту халяль. Что было сделано? Мы изменили кормление птицы, убрали те составляющие корма, которые не разрешены стандартом, поскольку в группу компаний входит качественный комбикормовый завод, мы полностью контролируем продукцию, полностью контролируем питание птицы и можем менять рацион. Поэтому это было безусловно сделано по требованиям органа сертификации. Кроме того, был введен ручной забой. Мы следовали всем рекомендациям представителя стандарта, который был к нам командирован из Татарстана. Значит, провели не один мастер-класс, обучили забойщиков. И с декабря 2016 года начали производство продукции уже по всем стандартам халяль. Выпуск продукции и, собственно, сам процесс продукции постоянно находится под контролем духовного управления «Мусульман». К нам приезжают контролеры, все проверяют. То есть за это им тоже отдельное спасибо. Искренне спасибо от всего коллектива. Вот, поскольку одно дело показать и рассказать, а другое дело в постоянном режиме осуществлять контроль и указывать на какие-то недочеты, ошибки, общими совместными усилиями делать благое дело дальше. Да. Ну, собственно, дальше на слайдах представлены все продукты, которые мы выпускаем по стандарту халяль. Это все продукты из мяса птицы, значит, собственно, как и само мясо птицы, разделка, так и различные полуфабрикаты. Кроме того, хочу обратить внимание, мы, как вы уже, наверное, поняли, отличаемся, наверное, от стандартной любой птицефабрики. Помимо того, что у нас птицефабрика смешанного типа, мы выпускаем и мясо птицы, и яйцо. Кроме того, мы активно расширяем наш ассортимент за счет различных полуфабрикатов и в том числе и готовых блюд. То есть мы выпускаем фактически готовые блюда, которые достаточно просто разогреть, и область их применения достаточно там широка, начиная от домашнего использования, заканчивая там офисным, в вузах, где угодно. Эти блюда также готовятся из халяльной птицы, поэтому могут быть использованы и приверженцам стандарта халяль, мусульманам и просто тем, кто доверяет этому стандарту. Технология приготовления, все готовится в вакууме. У нас отдельный цех по производству этих готовых блюд. Конечно же, он сертифицирован, мы поставляем эту продукцию в торговые сети. Проходили дополнительные аудиты еще и со стороны торговых сетей.
Вот, как я уже, да, еще раз сказал, технология приготовления приготовляется в вакууме, и, соответственно, в этом вакуумном пакете остаются все полезные свойства продукта, и извне ничего не попадает. Срок хранения этих готовых блюд 30 суток, причем мы не добавляем туда никакие дополнительные усилители или увеличители срока годности, это только за счет технологии. Поэтому тоже прошу обратить внимание тоже на эту продукцию. По всем вопросам мы всегда открыты, готовы к сотрудничеству. У нас есть и интернет-магазин, то есть вы как можете заказать продукцию, свежую продукцию с доставкой на дом. Также, конечно, у нас работает оптовый канал для различных, для малого бизнеса, для среднего бизнеса и для крупного. Мы готовы к любому сотрудничеству. Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Александр Николаевич. Слово предоставляется председателю Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Пачиеву Равилю Джафаровичу. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить правительство Ленинградской области, комитет по местному самоуправлению, межнациональным, межконфессиональным отношениям, Бурак Вера Викторовна, за огромную поддержку, которая вот на протяжении многих лет комитетом сотрудничаем и работаем. И также хотел бы поблагодарить и губернатора Ленинградской области за то внимание, которое оказывается Духовному управлению мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. И сегодняшняя тема как раз и подтверждает, насколько мы едины в позициях, что касается межнациональных отношений. Здесь хотел поблагодарить и нашего друга Александра Николаевича, коммерческого директора птицефабрики «Ударник», который, когда мы первый раз встретились и начали говорить как раз о халяльной продукции, и наш интерес так совпал, что вот за короткий промежуток времени мы дошли до того, что уже с 16 декабря идет по стандарту халяль забой птицы. Когда мы говорим о забое птицы, здесь с одной стороны проще, но с другой стороны и есть тонкости в процедуре забоя. Здесь Александр Николаевич говорил о том, что и мы приглашали представителей из Татарстана, которые многие годы уже занимаются в этом направлении, но для нас это новость. И как раз птицефабрика «Ударник» является здесь флагманом продукции мяса птицы. И не только мяса птицы, здесь идет и яйцо. Когда мы говорим о кормлении птицы, то мы полностью перешли и исключили из рациона питания птицы полностью все, что не соответствует канонам исламской религии. И, по сути, когда мы говорим о яйцах, соответственно, она автоматически переходит тоже в разряд халяльной продукции. И говоря о той важности начала производства халяльной продукции, мы говорим о том, что здесь и не только бизнес-проект, да, действительно, это не может в какой-то части для кого-то имеет значение, но для духовного управления мусульман, людей верующих, это представляется не столько важным, сколько насколько халяльная дозволенная еда поступает на полки магазинов, супермаркетов, и люди верующие покупают. И не только верующие. Ведь когда мы говорим о халяльной продукции, это продукция чистая, дозволенная к употреблению. Что попадает в наш желудок, мы тоже об этом должны думать. А в желудок должны попадать чистая, здоровая пища. Если пища здоровая и хорошая, то и наш организм будет тоже в чистоте и в соблюдении здоровья. Когда мы говорим о халяльной продукции, здесь много раз уже говорили о том, что это образ жизни мусульман.
То есть, насколько представлены продукты питания, которые не ущемляют и представителей религии, в частности, ислама. А на сегодняшний момент это вот та вот наша идея в прошлом году, в 2016 году, зародилась о переходе к халяльному производству. Она сегодня факт. Это уже история. И то, что производится, огромный спектр использования, то есть и полуфабрикаты, готовые продукты. Здесь, начиная от офисных кабинетов питания или вузы, здесь и транспортная система может завязаться, это и авиаперелеты, где могут предоставляться халяльная продукция. То есть на сегодняшний момент единственная птицефабрика, которая перешла на территории северо-западного федерального округа. Это по сути эксклюзив, и мы будем всячески помогать и ударнику, сотрудникам птицефабрики для того, чтобы данная продукция доходила и наши жители, живущие в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, да и в северо-западном федеральном округе, получили удовольствие, массу удовольствия от того, что они употребляют. И еще раз хотел бы благодарить и правительство, и директора этого прекрасного комплекса «Дома дружбы». Как раз это тоже не просто, когда говорили о пресс-конференции, у меня сразу зародилось в голове, появилось сразу без раздумья. Видите, у нас есть Дом дружбы Ленинградской области. Как раз это та атмосфера дружбы, взаимоуважения и взаимопонимания. Когда мы говорим о религии или о конфессиональности, да, мы говорим многоконфессиональный регион. Мы абсолютно уверены в том, что до сегодняшнего дня было, есть и будет те взаимоотношения, прекрасные взаимоотношения с представителями религиозных конфессий, которые представлены, традиционных религиозных конфессий, которые представлены на территории Ленинградской области. Мы работаем, понимаем друг друга, и говорить о том, что где-то мы не понимаем, это не так. И говоря о использовании, употреблении халяльной продукции, так же, как и кошерной продукции, у нас тоже все понимание есть. Если говорить о кошерной продукции, даже среди них в исламе более проще и простота. А если говорить о кошерной продукции, там свои сложности. Там где-то им нельзя вообще употреблять пищу. Здесь у нас все дозволено, учитывая, что кормление птицы идет на уровне. Тем более, что и завод по производству кормления тоже у ударника есть, они работают в комплексе. Еще раз хотел бы и вас поблагодарить за за проявление интереса данной продукции и началу производства халяльной продукции на территории Ленинградской области. Это тоже важный момент. Будем развиваться, расширяться, и я думаю, что и ассортимент, который предоставляет птицефабрика «Ударник», продукция, она тоже будет увеличиваться. Будем работать совместно в этом направлении. Спасибо. Благодарю вас, Равиль Джафарович. Ну, сейчас исторический момент, я так считаю, вручение свидетельства Духовному управлению мусульман непосредственно птицефабрике «Ударник». Да, Равиль Джафарович?
свидетельство Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России о постановке деятельности юридического лица на контроль. То есть поддержка здесь и продвижение, совместная работа на весь спектр производства халяльной продукции на территории птицефабрики «Ударник». То есть свидетельство выдано ОАО «Птицеударник» на весь спектр производства. Имеет условия изготовления указанной продукции с соблюдением требований исламских традиций, норм шариата и системы добровольного страхования продукции и услуг халяль Северо-Запад и процесс изготовления продукции, маркированной халяль Северо-Запад, находится под контролем Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Я с удовольствием вручаю это свидетельство. По сути, это признание того, что весь процесс забоя, производства и самого начала кормления птицы соответствует полностью. И птицефабрика «Ударник» является на сегодняшний момент флагманом и эксклюзивным предприятием, которое производит халяльную продукцию на территории Северо-Западного федерального округа. Я Тагиржанова Альмира Наимовна, у меня, Александр Николаевич, к вам такой вопрос, как вот у женщины-хозяйки. Фабрика «Ударник» с какими сетевыми вот магазинами работает продуктовыми, чтобы уже точно знать, что вот в эту продуктовую сеть можно прийти и приобрести продукцию, халял-продукцию вашей фабрики? Спасибо. Спасибо. Во-первых, хочу сказать, что мы ежедневно постоянно работаем над расширением сотрудничества с различными торговыми сетями. И практически на ближайшее время запланированы, в том числе, переговоры с сетями и по расширению в них продукции именно халяльной. Но на сегодняшний день мы представлены в следующих торговых сетях Санкт-Петербурга. Это торговая сеть «Ашан», это «Метро», это «Ленд», «Верный», «Магнит», некоторые магазины «Азбука вкуса», «Азбука вкуса», да, «Ленд» я сказал, так. «Супер Вавилон», да, но это небольшие магазины, да. Спасибо, Александр Николаевич. Следующий вопрос, по-моему, отсюда был. Так, Александр Николаевич, можно вам вопрос задать? Представьтесь, пожалуйста. Что? Значит, я от газеты «Сельская жизнь», Яков Евглевский. Меня попросил Шамон Мусаевич Кагерманов, значит, как раз прийти сюда и с вами поговорить. Вот я сам живу во Всеволожске. Там я покупаю регулярно вот мясо по-мусульмански. Но это не ваша фабрика, там говядина по-мусульмански. Это не ваша фабрика. Скажите, а вы будете еще переходить на более широкий ассортимент, скажем, еще переходить на говядину, там, на индейку там, и так далее? Мы же не мясоперерабатывающий комбинат, мы птицефабрика. Да, ну какие-то, может быть, дополнительные, может, пока нет. Мы занимаемся только выращиванием и производством. То есть пока вы будете сосредотачиваться только вот на этом, да? Не то, что пока, мы только будем сосредотачиваться только на птице, потому что это птицеводческий комплекс, и мы не будем... Ну, понятно. Ну, тогда я пожелаю вам сосредоточиться так, чтобы дойти до совершенства. Добрый день, меня зовут Мария, редакция «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Вопрос такой, в чем разница между стандартом ГОСТ и стандартом халяль? Спасибо. ГОСТ достаточно очень общий такой стандарт, это который, так скажем, не говорит о том, какие должны быть корма. Не говорит, какой должен быть забой, не говорит, какие должны быть, какой должен быть, там, что говорит, внешний вид. Ну, вот, все, что написано в ГОСТе, это очень обобщенные правила. Любое, все же, допустим, мы производим птицу, тушку, да, тушка идет по ГОСТу.
как только мы хотим делать, условно говоря, там, любой полуфабрикат, например, котлету, котлеты в гости уже нет. Соответственно, мы под это дело разрабатываем ТУ, технические условия. Вот уже появляется там ГОСТ, продукция по ГОСТу, ПТУ и по ТУ. Есть некое заблуждение, что все, что у нас производится по ГОСТу в стране, это хорошо, а все, что по ТУ, это плохо. Это с различными примесями и добавками. Это ложное заблуждение, это не соответствует истине, потому что любое техническое условие, оно также проверяется различными органами сертификации, в том числе. И, опять же, мы выпускаем продукцию под надзором государственной ветеринарной службы, и у нас есть представители на фабрике именно государственной службы, они не являются нашими сотрудниками, и любой выход сопровождается ветеринарными справками. Соответственно, возвращаясь опять к вашему вопросу, чем различие, да, еще раз, да, скажу, что конкретно ГОСТ не говорит, что... как должен осуществляться выпуск продукции по мусульманскому канону, если сейчас, например, про халяль конкретно. Здесь и халяль на продукции не снимает ответственности от соблюдения или следования ГОСТу. То есть ГОСТ в любом случае существует, или техническое условие в любом случае существует, но еще на это еще накладывается и следованию по требованиям и нормам халяльной продукции. Если вы посмотрите на образцы, которые представлены у нас в начале зала, вы увидите, что на наклейках, конечно же, нанесены в соответствии с требованиями все необходимые номера ГОСТов, номера ТУ. И в данном случае стандарт халяль как некая надстройка над всеми возможными вот, там, указанными ГОСТами и техническими условиями. То есть это как некая, как выше более высокий стандарт, так скажем. Спасибо большое, Александр Николаевич.